Итак, топором по памятнику. Гектары леса в черте города пали жертвой черных лесорубов. Урочище Слуда – это памятник природы регионального значения. Он находится недалеко от парка Швейцария. Это почти 75 гектаров леса в черте города. Так вот, более 2000 деревьев там были варварски вырублены. Причем черные лесорубы дошли до того, что рубят прямо среди бела дня. Вот этот участок. Памятник природы регионального значения, урочище Слуда. А вон красная точка, видите? Да. Ну вот это как раз участок-то они шуруют. Это все происходит как-то вот негласно, и никто не знает об этом. Уголок укромный, вот, конечно, лакомый кусочек. Всем бы хотелось, наверное, но я думаю, что тут связано с деньгами. Кто-то, видимо, хочет эту землю себе под владение приобрести. Вы знаете, что здесь природоохранная зона? Кто вам дал указание? Начальник. Какое? Да. А где он у вас находится? Уехали. Телефончик дайте, пожалуйста. Это уже вот вчера, позавчера, то есть свежие вон, зеленые листья мы увидим. Ну, по идее, оккультурили бы лучше по-человечески, чем просто вырубили. Неизвестно, что будет. И сколько вы сегодня вырубили? Недавно начали. А там кто рубил? А тут до нас другие какие-то. Другая бригада была. Начальники. Нас наняли, мы работаем. А кто нанял-то вас? Работодатель. Да, много поваляли, поработали сегодня хорошо. Видите, вырыли. Раз, два, три дождя, и все, это же рухнет. Это же оползневые... зона. Тут же песок, тут же это завалится. Если там все порубят, то это, конечно, грустно. Мягко говоря, грустно. Выяснить причины этой рубки мы пытались несколько дней подряд. И как нам наконец-то заявили в районной администрации, вырубка деревьев там несанкционированная. Исходя из того, что администрация Советского района никаких распоряжений на вырубку данных деревьев не выдавала, можно сделать вывод о том, что данная вырубка ведется незаконно. А вот в Министерстве экологии заявляют совершенно обратное, что разрешение районные власти все же давали, но только на вырубку сухостоя. Нами была незамедлительно проведена проверка и установлено, что вырубка проходит за пределами памятника природы. На вырубку у собственника земельного участка гражданина Шапошникова имеется разрешение администрации Советского района. Было выдано разрешение на сухостойные и больные деревья в количестве, если не ошибаюсь, 2134 экземпляра. К вырубку были предназначены только деревья сухостойные и больные, а по факту проводилась рубка сплошная. Кстати, по сообщениям информагентства, об этой проблеме было известно еще в прошлом году. И один из депутатов законодательного собрания даже обращался по этому поводу в прокуратуру. Но пока от правоохранительных органов какой-либо информации по этому поводу нет.